Ой, здравствуйте, дорогие друзья! А смотрите, какой сегодня шикарный денек! Солнышко светит. Второй день такой солнышко, солнечный. Вчера был такой день. У меня супруга понесла молоко маме. У нас сегодня суббота, 12 сентября 2020 года. Пошла, понесла молоко. Она маме молоко носит. Ну, когда я ношу. Маму там уже ее Надежда Николаевна по соседям, ну и продает, ходит. Ну, и те, кто нуждаются, да, в основном сами приходят, забирают, кому надо. Нас очень часто бывает, не бывает дома. Вот так. Ну, а мы сейчас сегодня задержались немножко с коровами, потому что это связано с тем, что сейчас сегодня у нас второй день голосования, вот так, выборы в местные поселения, в депутаты, там и в местный районный совет депутатов нашего Мурманского района и Бергамотского поселения. Так, сейчас подогнать надо быстрее. И сейчас мы прогоним, супруга зайдет в клуб, ее отстранили от этой работы официально. Но она зайдет, чтобы подсказать в работе избирательной комиссии девочкам там, которые они немножко там это, ну, затрудняются в каких-то вопросах. Степановна у меня, она в этом деле не затрудняется. Она так что вот так вот зайдет, поможет, подскажет. И поэтому мы сегодня пошли чуть-чуть позже. Вон там вон масло, сметана, творог, мед. Мед мы не продаем. Мед привозит человек Бергамака. Так вот. Так мы обычно раньше гоняем. Сегодня вот позже. Солнечный день, блин, радостный такой, хороший. Вот, все-таки, когда дождь идет, как-то настроения нету такого, затяжные особенно дожди. А вот когда сухо, другая погода, совершенно другая погода, солнечная, и другое настроение возникает. Оделась, как на свадьбу. Так, надо подогнать еще чуть-чуть побыстрее. Всем привет, ребят. Всем привет. Отправляемся. Взял с собой видеокамеру, штатив и видеокамеру, на которую сейчас я снимаю все, экшн-камеру. Отправляемся сегодня в огород. Будем копать родителям моим, деду Пете и бабе Вале, картофель. Сегодня у нас суббота, 12 сентября, солнечный, хороший денек. Поедем копать картошку. Сейчас я ворота закрою. Я поехал родителям, побивали деда Пети, копать картошку. Картошку будем копать в поле. Здрасте. Картошку будем копать в поле. Вот так. Так что такие дела у нас, ребята. Хорошая погода. Да, вот такая погода. Хорошая. Желтеть начинают листья. Все это так проходит. Вот так.
машину оставлю на дороге, сам там далеко пойдем копать. Они должны были отъехать уже. Я тут припозднился, пока, говорю, поел, покушали, пока скотину там накормил, телят. Вот. Копаем немного. Обычно там копаем 2 дня. Ну, посмотрим, как силы будут у родителей. Я буду подкапывать и таскать ведра, высыпать. Так. Здесь магазины находятся. Сколько пива соберут. Люди приехали отдыхать. Видать, вчера, наверное, что было с собой пивас. Все выпили. А сегодня набирают это все. Пивас. Так, родителей дома нет на тракторе. Трактор не видать около дома. Смотрю. Вот раньше дрова готовили, как вы пилили? Шмаков, Михаил, кто еще помогал? Или так, не подкапывал ты? Капал. Давай что, зиму вой на конях, а потом руками. Так а вот, почему вот ушло вот это все, когда готовили сообща вместе? Потом как стали по отдельности готовить. А потому что у каждого появилась дружба. Тогда уж начали. У каждого появилась дружба. Mm. И тогда стали отсираться друг от друга. Конечно. То есть выходит. И дружба врозь. Дружба другая появилась. Прогресс пришел. Технически пришел на смену семейных традиций. Уклады. А если бы дружбы не было бы, то есть и не готовили бы, наверное, это готовили бы под, как старину. Работали. Некогда было. Вот отец первый приедет, поедет за дровами, привезет там зимой. Опять на ферму надо. Ой, ну давай покурим маленько. Поехали. Ой, поехали. Весной дрова пилить поехали. Нельзя. В бергамотскую школу. На каждого ученика надо было по 10 кубов. А там дрова вот такие, на 50. Ты представляешь? Ну, приехали, повалили день, сколько там попилили. Отец один, а мы с Сережкой меняемся. А вот. Вы как пилили? Ты такой пилой вот. Все тогда пилили, дружбы-то не было тогда. Ну и это, на второй день приезжаем пилить, а Бергамацкий приезжает тоже. И там был такой Новоселов, он, у его дружба была, Вова. Наверное, одна в Бергамаке. И вот он приехал пилить. Отец подошел к нему, дескать, ты это, давай мы, вроде как ты пили, а мы будем чистить, доколоть и складывать. Он согласился, но он один был. И вот мы не хуже, то навалит, сколько там, мы чистим, колем, складываем. Боже мой! Отец уж потом ему говорит, ну дружба есть дружба, мы 3 дня пилили всего там. Отец ему говорит, ты знаешь что, а тогда же деньги платили еще. Забирай деньги там все наши за дрова. Ничего нам не надо. Вот спасибо. Отец тоже не хуже это, один, а мы-то двое. Царство небесное этому Сашке Янцу. А этот Новоселов Сашка, у него были двое тоже ребятишек.
Один-то, я его знаю, сейчас живет в Артыни. Он служил прапорщиком был. А девчонка-то где-то замуж вышла, не вижу я ее. А это, мать-то потом работала у них за складом запчастей. Бергамаки. Он помнит тоже. Ну, он был комбайнер, тракторист. Ой, вот было-то. Так почему не стали, еще раз повторюсь, почему перестали пилить сообща? Вот одна семья, другая складывались, раньше пилили. Почему? Вот. Что за причина? Почему сейчас все разосрались? Так вот дружбы стали, когда кто. Какие дружбы? Что это за дружба? Ну, тогда в 70-м году дружбы появились, начали казаки привозить, за коня менять. Дружба 100 рублей стоила, 120, а конь 300. И меняли. Что сделать? Тогда это председатель был Глушков. К нему с казаком, казак привезет тут на расхват, с казаком договариваться. Глушков звонит, а он тут это, звонит управляющему. А дать коня. А казаки-то эти где брали дружбу? А нигде. Воровали, наверное. То есть... Когда во времена СССР, выходит, теневая экономика тоже была? Ой-ой, какая была. Шифер этот, тоже они, коня им, или там сколько они, и вот машины отправляют за шифером. У их нагрузят дома и ночью вывозят за Омск, чтобы никто не этого. Они это здорово жили. Ну, дружбы были куда. У нас одна дружба на три двора и семь пилила. А сейчас появились эти пилы, дружбы в каждом дворе, и каждый стал сам по себе. Ну, где? И выходит, родственные связи как таковые раньше в работе поддерживались, они уже не поддерживаются. Ну, отец, я говорю, на фирме работал, приедет в обед, поездит, за дровами поедет, эти кряжи тоненькие, топором сколько он там нарубит зимой, привезет, и вот... Сколько-то вазов надо было на зиму напилить. Это. Ну, а когда напилит, потом помощь собирают и начинают делать. Пилой такой. А потом циркулярки появились. Что это такое? А это зидик мотор и пила такая. И вот там тоже один держит, а трое кряж подают. Быстро. Кого один держит? Ну, как тебе сказать, полено. Ага. Тут, а там кряж подает, он держит, распилит, он откидывает, все опять подают, подпихивают. Ну, тогда куда начал-то было? Все. Прогресс. А так дрова... Прогресс был? А так дрова, это, экономили. Сильно-то подтопишь дома. То попробуй. Топили не в волю. Да ты чё? Топили, хоть и сено. Косили хоть и это. Тоже. А сейчас-то вы в волю топите или не в волю? Ну, сейчас-то что? Дружба. Или экономите? Дружба-то есть. Боже мой, она хоть гвозди пили. А тогда же цепь-то и что сломаться, достать-то негде купить. Понял? Не было в продаже. Ну? Ну, слава Богу. Хватало. Так, а что? Так, я, наверное, там буду, Валь, прокопаю и дергать опять буду, поняла? Ага, ага. Ну. Ну.